на Троицу этого года был батюшка, освящал родник. На самом деле из склонов оврага, из разных склонов оврага выбивает несколько родников. Вот это восточный склон оврага, нет, западный, извините. Вот это самый мощный по дебету, видимо, западный склон оврага. Вода чистая, прозрачная. Место красивое, приятное. Вот западный склон оврага. Здесь тоже бьют пару родничков. Но даже не западный, а северный, скорее всего. Там какая-то, видимо, старая колода. Приятное местечко, прохладненько. Сделана беседочка. Положена трапа для спуска деревянная. Тропинка обкашивается, кругом много травы.